We are going to learn about the verb to have today. Привет! Сегодня мы разберем глагол to have, означает иметь. Singular form. I have. You have. He has. She has. It has. У меня есть. У тебя есть. У него есть. У нее есть. У него, у нее есть. Plural form. Множественное число. We have. You have. They have. У нас есть. У вас есть. У них есть. Сейчас мы сделаем упражнение, где будем вставлять глагол to have в правильной форме. Пропуски. I a book. I have a book. У меня есть книга. You have an idea. У тебя есть идея. He has dark hair. У него темные волосы. She has a lot of friends. У нее есть много друзей. It has a lot of fleas. It может заменять слово, например, dog, собака. У нее много блох. We have a good team. У нас хорошая команда. Или у нас есть хорошая команда. You have a broken arm. У вас сломана рука. They have a tall father. У них высокий отец. Или у них есть высокий отец. Давайте опять прочитаем предложение. I have a book. You have an idea. He has dark hair. She has a lot of friends. It has a lot of fleas. We have a good team. You have a broken arm. They have a tall father. Thanks for watching. Please subscribe if you liked our video. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео.